Более 20 лет детей молдаванки в этом сквере поджидала огромная опасность. Проехавшись по старой ржавой горке, домой можно было вернуться с порванными штанами. Время прошло, брюки зашили, и больше они не порвутся, потому что у детей сегодня наконец-то появилась новая площадка. Раньше тут была железная, ржавая, уже краска спадала. Я уже на той старой площадке порвала себе штаны. Там была бы, может быть, одна звезда или вообще нет. А тут 5. Пятизвездочная площадка. Так дети оценили новые качели и горки. С начала декабря в Серединском сквере вовсю кипела работа. Сотрудники горзелентреста убрали старые, не совсем безопасные конструкции и на их месте оборудовали маленький детский эко-городок. Игровой пятачок полностью сделан из украинской древесины. На него ушло 270 тысяч гривен из бюджета. Теперь площадка на балансе горзелентреста. Следить за ее сохранностью будет подрядчик. Подрядчик, который проводил работы по установке, соответственно, они знают все тонкости, именно что касается данной площадки. Мы будем заключать договора с теми, кто их устанавливает, для того, чтобы они уже следили, соответственно, за детской площадкой. Отметим, что не все городские детские площадки находятся на балансе коммунальщиков. Те, которые по факту остались без хозяина, стали непригодными, так как следить за их состоянием попросту некому. Детские площадки, независимо от того, как они появились в нашем городе, чтобы они становились на баланс, эти площадки содержались в нормальном состоянии, самое главное, в безопасном состоянии. Когда площадки еженедельно или хотя бы раз в месяц соответствующие структуры службы объезжают, меняют там какие-то испорченные, скажем, детали, какие-то комплектующие. Александра Явник, Владимир Ижич, телеканал «Репортер».